Общий объем доходов бюджета, утвержденный в первом чтении, на 2021 год 3 миллиарда 474 миллиона 283 тысячи 598 рублей 31 копейка. На 2022 год 3 миллиарда 685 миллионов 594 тысячи 551 рубль 79 копеек. На 2023 год 3 миллиарда 282 миллиона 459 тысяч 162 рубля 80 копеек. Голосуем за принятие бюджета города в целом. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного численного состава депутатов городского совета не менее 15 голосов. Решение принято. Бюджет является социально ориентированным, как был, так и остается. 75% на социально значимые вопросы. Совершенно верно. 75% на социально значимые вопросы. 61% на образование, то есть образование забирают только 61%, плюс все остальные программы, все остальные социальные именно программы все вместе составляют порядка 75%. Бюджет очень даже социально ориентированный. До конца года будут направлены уведомления главным распорядителям, доведены ассигнования, то есть уже все учреждения со следующего года начнут у нас работать и жить по новому бюджету. А в следующем году, ну, у нас, как и все прошлые года, корректировка бюджета, ну, никто не отменяет корректировку бюджета. Если есть какие-то предложения, бывают вопросы, скажем, встают острые вопросы, которые необходимо решить. То есть где-то изыскиваем экономию, где-то, возможно, привлекаем какие-то дополнительные средства финансовые, например, внебюджетные какие-то источники. Ну, корректировки никто не отменяет. Поэтому корректироваться может несколько раз в году бюджет.